С нами Сергей Викторович Седышев, главный тренер команды «Волга». Как вы прокомментируете сегодняшний исход матча? Ну, начался у нас матч не совсем удачно. Травма молодого нашего игрока, который попадает под лимит. И сразу пришлось перестраивать всю игру. Вышел у нас Данилин, который не является игроком основного состава. Пришлось Рахманову переходить в середину. Эти перестановки они немножко повлияли на качество игры по первому тайму. Вот. Перестановки. Учитывая того, что у нас еще проблемы и с лимитчиками, у нас Черный и Заикин, которые у нас выходили по лимиту, сейчас тоже в данный момент не играют, травмированные. Поэтому вот на первый план выпало то, как сыграют эти двое, Бобков и Данилин. Но сыграли в свою силу, но хотелось, конечно, чтобы на этих позициях игроки более уверенно играли. Мы настраивались на эту игру, потому что знали, что в первом домашнем матче мы легко как-то обыграли с крупным счетом. Мы знали, что самолюбие молодых задето. Ребята, они постараются это доказать. И, в принципе, на протяжении полтора тайма игра была такая напряженная. Минимальный счет 1-0 держался. И были моменты в контратаках у хозяев, где они пару раз пробили опасно поворотом. Пусть там не попали, но опасный момент создали. Тут нервотрепка закончилась только со вторым забитым мячом. Там как-то, естественно, уже... Можно сказать, игра закончилась. А до этого такая нервная игра. Не можем вовремя забить мячи. Моменты были, не можем их реализовать. Были моменты у многих игроков, но реализация пока хромает. А так довольны результатом, довольны победой. Единственное, что вот у нас сейчас идет большая череда травмированных игроков. Жаловаться не хочу, это футбол. Будем смотреть. У нас неделя до игры с Сызранью. Будем смотреть, какие позиции усиливать, кем усиливать. Как эта неделя тренировочная пройдет. Потому что сейчас у нас такой матч с Сызранью. Тоже непростой, к которому мы готовимся. И думаю, что через сегодняшнюю игру ребятам... За сегодняшнюю игру спасибо ребятам за победу. Но по качеству есть вопросы. Будем их у себя в Ульяновске решать. Все, спасибо большое за комментарии. Угу. Удачи.